У многих из вас есть старые игровые пакеты, которые вы когда-то там взяли, у них 3 месяца страховки, там 6 месяцев, может у кого-то год, может даже больше. Но очень много людей спрашивает, как из стартового пакета своего старого, либо какой-то свой старый корабль, у которого там пару месяцев страховки, как из него сделать пожизненную страховку. И такая возможность теперь у нас появилась, благодаря, опять же, этому кораблю под названием Nomad. Мы переходим в апгрейды ваших кораблей. И выбираем Nomad. Цена у него вот здесь показана 80, но это стор кредитов. И как вы сами видите, две опции доступны. Нажимаем, и мы можем либо за стор кредиты, и опять же, только сейчас, 21 октября, вот, до 2 декабря. Потом это видео будет уже не актуально. Говорю, как есть. Вот, мы можем либо за стор кредиты улучшить его просто из вашего корабля в этот корабль, либо в этот корабль и получить пожизненную страховку. Как обычно система работает? У вас есть вот такой вот корабль. Вы его хотите улучшить во что-то другое. У вас есть вот эта вот страховка. И, по сути, поменяйте только корабль. Стать новый корабль с вот этой вот страховкой. Логика была все время такая. Но последнее время только за реальные деньги, если ты улучшаешь именно за реальные деньги, без использования стор кредитов, тебе могут поменять эту страховку. Ну что ж, мы выберем, ну вот даже, тот же самый Титан улучшить. Титанчик мой родненький. Вот. И мы его выбираем. И как вы сами видите, $15. 55 плюс 15 равно 70. Почему? Потому что мы выбрали улучшение в Warbond. Warbond — это всегда реальные деньги. Ну что ж, переходим к покупке. Итак, вуаля. Мы приобрели, вот он, апгрейд с нашего Титана в Nomad Warbond Edition, который нам как раз таки и даст наше улучшение в LTE страховку. Мы ее, ясное дело, должны применить. Вот он, пакет стартовый. Все окей, next, все дела. Применяем наш пароль. Без этого не даст. И, если что, мы потом откатить это не сможем. Заметьте. Оп. Поехали. Применилось. Все нормально. Итого. 3 месяца. Обновляем страницу. Nomad. 3 месяца страховки. LTE страховка. Ну, такой баг был и в прошлом году. Вот, как бы 3 месяца попом. Три месяца потом уберут, и останется LTE страховка. Вуаля, у меня теперь стартовый пакет с LTE страховкой и с кораблем Nomad. Ясное дело, что это за корабль, его плюсы и минусы и так далее, посмотрите отдельно в обзоре корабля. Данная фишка с улучшением корабля за не такие страшные деньги в конце концов, вот, и улучшение именно в пожизненную страховку будет работать до 2 декабря. Потом эта фишка уже не будет работать. И еще раз напоминаю, для игры вам достаточно только стартового корабля. И поверьте, на большие корабли, да даже на ту же самую Nomad, вообще ни разу не обязательно вешать LTE страховку. Вы деньги на страховку потом в игре, когда она выйдет в релиз, вы очень легко сможете заработать. Ну что ж, welcome на канал, пока-пока. Стань патроном, чтобы получить ранний доступ к следующим видео, либо уникальному контенту, которого не будет в свободном доступе, а также эксклюзивным и VIP-предложениям. Если данное видео было для вас полезным, то я буду крайне признателен за лайк, репост и подписку на мой канал. Только начинаете знакомиться с игрой, исследовать вселенную или воевать? Все станет намного интереснее, когда рядом есть друзья. Присоединяйтесь к крупнейшей русскоязычной организации Turbar Corporation. Мы можем обучить вас всему, от торговли и добычи руды до навыков эффективного боя. Регулярные ивенты с участием большого количества игроков. Мы располагаем самым большим парком кораблей, поэтому вы сможете полетать на всех доступных космических судах в самых разных ролях.
Turbar Corporation. Мы меняем вселенную. Вся информация о вступлении в корпорацию на нашем Discord-сервере. Ссылка в описании. Регистрируясь и покупая игру по реферальной ссылке, которая находится в описании видео, вы получаете внутриигровой бонус и также принимаете участие во всех ежемесячных розыгрышах от канала.